Добрый день. Сегодня вот сделаем такую селедочку, вернее скумбрию, как копченую, засолим в вкусном маринаде с луковой шелухой, с чаем. Будет очень вкусно, так что давайте готовить. Для того, чтобы засолить скумбрию, вот у меня, во-первых, есть скумбрия такая хорошая, крупная, на 0,5 килограмма где-то, может, чуть больше. Вот целенькая вся. Животик серебристый, спинка широкая, то, что надо. Я у нее отрежу голову и почищу хорошо. И сделаем маринад, я уже налила. На литр воды необходимо 3 столовые ложки соли и 2 столовые ложки сахара. Всыпаю. 2 ложки чая. Чай рыбку сделает плотненькой, хорошей. И цвет даст такой прикопченный. И у меня шелуха, вот горсть, помытая шелуха от лука. Вот это все мы ставим на газ. Доводим до кипения, кипятим 5 минут. Это все. И пусть остывает, потом заложим рыбку нашу. Рыбу почистила. Убрала все пленочки, вот чистенькая рыбка. Еще добавлю лист лавровый 5 штук, перец горошком и душистого перца штук 6. Маринад сварился, вот он, пусть остывает. Рассол остыл, подготовила я бутылку, потому что в узкую кастрюлю рыбка не влезет. Взять такую широкую посудину, то может только покрыться половина рыбки рассолом. А здесь как раз будет хорошо. Я когда-то садила в бутылки. Удобно. Перекладываем рыбку в бутылку. Вот и все. И заливаем рассолом. Через ситечко. Немного водой долью. Ничего страшного. Придумала, вот, прижалась мешочком, сверху резиночку, и все. И не будет всплывать наша рыбка. Лишнее отрежу, чтобы не было видно все. Устанавливаем куда, или в холодильник. Я на балкон сделаю отверстие, чтобы не задыхалась рыбка. И пусть стоит она мне. Я дня на 2 вынесу на балкон, пусть просаливается рыбка. Я сильно малосольную не люблю, чтобы немного посильнее было. Дня 2 пусть точно постоит. Прошло 2 дня. Вот это грузик у меня. Балкона принесла рыбку. Так, вытрем сейчас ее. Красивая рыбка, правда? Сразу скажу, плотненькая. Остается только нарезать нам. Рыбка пахнет приятно. Нарежем. Видите, плотненькая. Под ножом не разладится. Вот. Нарезала пару кусочков. Всю мне не надо разрезать. Попробовала один кусочек первый от головы, что посол, как для меня, очень хороший. Если слабо очень соленую хотите, то через день можете уже кушать. А мне 2 дня как раз нормально. И не сильно соленая, и не почти сырая. Так что... смотрите, как вам удобнее. А так, очень хорошая рыбка. Видите, все просолено. И цвет прекрасный. И на стол поставить, если то выглядит достойно рыбка. Так что, понравилось видео, ставьте лайки, заходите на мой канал, подписывайтесь, смотрите мои видео. И до новых встреч, и всего вам самого доброго.